Всем привет! Добрейшего воскресного утра! Кузька все равно лежит, почесывается, но не так сильно. Да. Я уже теперь даже не знаю, что делать. Может быть, он теперь высыхает и почесывается, непонятно. Надо ему, наверное, дать какую-нибудь кларитинчику. Да. Так. Что-то остались какие-то последствия. Интересно, а что вы завтракаете по воскресеньям? Я, например, решила на завтрак, ну, это у нас ближе к обеду, сделать шашлык. И вот видите, уже разжигаю. У меня для этого специально куплены дрова. Сначала на березе разжигаю, потом добавляю ольху, и шашлык вообще шедевральный получается. Вот. Ну вот, пожалуйста. Не сказать, что мы сильно чешемся, но мы все равно почесываемся, да, Кусь? Еще, может быть, потому что не до конца высох. Да? У нас вот, смотрите, сколько тут укропа. Наверное, нужно что-нибудь посолить. А еще я очень люблю все закупать. А то это у меня для курочек. Видите, сколько всего. Зерносмеси, да. А вот тут для Кузьки. Вот видите, вы никогда не были в этой беседке. Дрова и наша печка, в которой я иногда готовлю плов. Может быть, кому-то интересно будет. Вот здесь у нас шашлык и все остальное. А вот здесь вот я готовлю. Вот здесь вот я готовлю. Или овощи запекаю, или плов. Ну, в общем, все, что можно все делать. Это как сковорода большая. Или даже можно как гриль использовать, наверное. Вот видите, вот эти штучки, колосники снимаем. Их много, подобьем кастрюльки и там готовим. Да, это я очень люблю делать. А еще у нас есть настоящий гриль, такой вот, видите, какой он. Здесь вот тоже очень интересно, такой правильный, настоящий. Но вот этот гриль я ставлю на мангал. Вот сюда ставлю. И это обычно осенью. Сейчас жарко, сейчас только шашлыки. Ну и изредка плов. Такой настоящий. Когда там две морковки, два вида морковки. Курдючный жир. Хлопковое масло. Ну, в общем, прям вот такой вот правильный-правильный. Красота. На огонь можно смотреть бесконечно, правда, ребят? В общем, вот такое у нас утро. Вот такое у нас утро. То вы этот домик видели, а что в нем, даже не понимаете. А тут у меня, видите, даже ульи стоят. Это все для пчел. И здесь и ульи, и в другой беседке ульев много стоит. Не знаю, наверное, надо их продать. А может быть, еще займусь пчелами. Кусь, кого там увидел? Кусь, кто там? Ой, там какой-то паук большой ползает. Интересно.
Интересненько. Вот он пошел здоровый. Куда-то убежал. Да что ж такое-то? Кусь, куда он пошел? Он меня не укусит, Кусь? А? Кусь? Не знаешь? Кусь, ну чего? Опять живот чешется, Кусь? Ну мы же вчера все с тобой вымыли вечером. Ну что-то почесывается. Да, чуть-чуть еще почесываемся. Надо, наверное, ему в водичку или так таблетку дать, или в водичку развести хлоретинчику. Ой, ну прям вообще стой, тут прям стой такой прям. И нафига ты, мама, меня помыла? Да, Кусь, ходил бы вообще такой вот весь красивый. Ой, ну там мы помыли, Кузя. Там, видимо, еще у тебя высыхает или остаточное что-то. Так, ты ко мне идешь? Ну, ладно. Да нет, шашлыков еще нету, Кусь. Да. Шашлыков еще нету. Ты такой тут сладкая. Сладкое у тебя липкое что-то. Да? А тут что за болявка? Ну что там-то? И это значит, где-то ты носился под розами или что-то? Что-то где-то бегал кто-то. Ну да как тебя снимать? Отхожу от тебя, ты все равно ко мне подходишь. Да? Мальчик мой, мальчик. Мамин мальчик. Мамин, потому что мамин. Да. Да. Так что вот так вот. Напишите, ребят, что вы завтракаете? Может быть, у вас есть какой-нибудь свой фирменный рецепт? Конкретно воскресного завтрака. Всем хорошего дня, мира, любви. Да, Кусь, и добра. Пока-пока.